Гостей Санкт-Петербурга уже на причале душевно встретили русскими народными песнями и плясками. Это уже добрая традиция, которая в Череповце сложилась. Это не первый год. Мы встречаем первый теплоход. Именно так мы открываем летний туристический сезон в городе Череповце для иногородних туристов. Таким образом. О Череповце многие туристы уже знают. Октябрьский мост сравнивают с Вантовой переправой в Санкт-Петербурге. Население небольшое, но город известный. Знал, что это такой город, очень знаменит тем, что тут много металлообрабатывающих заводов. Спокойно, красиво. А потом такие замечательные места мы здесь посмотрим. Программа для гостей заготовлена насыщенная. Отдыхающие посетят музей Верещагина, усадьбу Гольских, а также музей металлургической промышленности. Теплая встреча в Череповце гостям пришлась по душе. Настолько неожиданно вот эта вот встреча. Верх удивления, красоты, какого-то изящества. И настолько, вот настолько люди отдают себя искусству. Туристы уже посетили Вытегру. Правда, в начале путешествия немного подвела погода. Погода не очень. Шторм был, дождь, ветер сильный. Подходили к причалу, тоже нас ветром сдувало, поэтому так долго швартовались. Но и капризы погоды в пути не смогли испортить настроение отдыхающих. Впечатления потрясающие, и они потрясающие от всего, и от того, что ты видишь. Это так красиво, когда ты плывешь по этим огромным рекам, и ты видишь вот это вот все безлюдное совершенно пространство и какие-то редкие такие населенные пункты. И в то же время ты приезжаешь в города, и тебя так тепло встречают. После Череповца туристы отправятся по Волге, увидят красоты Ярославля, Костромы, Углича и других городов на пути к Нижнему Новгороду. А Череповец будет встречать новых гостей. Всего в прошлом году город металлургов посетили 72 тысячи туристов. Из них 7 тысяч гостей прибыло именно по воде. В этом году планируется увеличение турпотока. Только теплоходов прибудет в Череповец более 50. Нина Ихлакова, Сергей Павлов, новости.